Время пришло освобождать Брэдфорд. Мы с Индиго уже освободили 3 деревни. Сегодня дошла очередь до Брэдфорда. Будем освобождать Брэдфорд. Greetings and good fortune. Friend, you showed that you deserve the title of protector. Our hearts are burning to stand against the oppressors. Готов ли я к охоте? Are you ready to hunt? Да, пришло время для мести. Подожди. Take your Дай-ка я сохранюсь на всякий случай. Please leave me. Вдруг перебьют. Greetings and good fortune. Can our hunt begin? That's what I wanted to hear. Ты готова? If they spot signs of our rebellion, you should be aware of that. We are keeping the peace here. Keep going. In the name of Lord Ashford. I like your fighting spirit, but first things first. We need to build the bell tower to give our hunt. I will take care of it in no time. Ой, я даже не знаю, а кого бить. Тут все красные стали. Воинов. Я не знаю, кого бить. Тут тоже красные. Ну, ты никого не бей. Они сами будут сильные. Ты мечом рубаешь? Да. Ой, у этого на кончике жизни осталось. И у этого на кончике жизни. Всех или не всех убили? Убили всех. А куда-то они побежали. Где-то еще, значит, где-то кто-то застрял. Вот эти куда-то бегут в ту сторону. Зачем? А куда они побежали-то, эти двое? Так, ну-ка я их соберу. Они куда-то побежали. Сейчас они сдохнут. А я не знаю, смотри, они куда-то в гору побежали. Двое. Слушай, видимо, мы не всех перебили, а почему жители красные? Они пройдут, Герман. Потому что нападение. Поэтому красные. Это все пройдет. Так я не пойму, мы освободили или не освободили? Освободили. У нас два воина куда-то побежали в гору. Даже не два. Ой, смотри, они вообще куда-то побежали. Ладно, будем надеяться, что вернутся. Постройте деревенскую колокольню, чтобы начать освобождение. Так, ну когда мы построим колокольню, тут же не будет бригантов уже? Нет, не будет, но пойдут, бриганты пойдут на... Ну мне отряд, я тогда его отпускаю, отряд. Пока не надо. Почему? Ну, пока не надо, я думаю. Да как не надо, нам под стол защищать-то идти. А, ну... Да и потом, у них еды нету, как не надо, им тогда надо еду тащить, если так нужно. Так у них есть еда, я могу им сейчас всем еды положить. Я же тут это пособирала все. Кто это было, лежало. Ну так что тогда, мы их тут оставим? А под стол освобождать возьмем других, что ли, никак? Да, надо. А зачем мы их тут будем держать-то? Ведь отряд пойдет захватывать Брэдфорд,
с юга, через Фармворд они пойдут. Обходить будут, потом мост. Нет, их Аня надо отпускать. News from the kingdom? There's always something. Let's show them what we're made of. For honor, for glory. Потому что отряд пойдет вообще по другим путям. Тут они этим путем, наверное, не смогут пойти. Как думаешь, как считаешь? Ну? Так, давай, я их отпускаю, нам надо идти под стол. Оборонять. News from the kingdom? There's always something. Никто не умер. Под стол сейчас отстоим и потом здесь колокольню поставим. Мне кушать не сильно уже. Ну, надеюсь, дойдут сами. Да, давай, да, под стол пойдем освобождать. И это самое... А потом можно будет сюда вернуться. Ну колокольник, да, здесь строить. Надо будет колокольню, да, строить. Да. Мясо. Так, колокольню мы построили. Идет атака на Брэдфорд. Надо поговорить. Вот это был бой. Finally, we don't have to look at those dirty brigand faces in our village anymore. Same for me, my friend. Yet our struggle is not over. We need to prepare for the brigands' retaliation. Приготовиться к ответным действиям бригандов. Я сделаю все возможное, чтобы защитить Брэдфорд в будущем. Но у меня все еще написано, что Брэдфорд восстает. Брэдфорд, когда отобьешь атаку бригантов, вот эту вот, после постройки колокольни, и это самое, тогда будет... это пройдет, да. Так, ну колокольня стоит. Да, долго они будут топать. Смотри, они вообще идут даже куда-то к Черногривому пруду, они идут. Я они там повернут, повернут на дорогу идти к этому. А. Как на подстолу. И оттуда они уже когда там перейдут, ты же здесь там перекрыл, они да, перейдут и пойдут вот по другой дороге, вот по той дороге пойдут. По да, я понял, я там мост заборами загородил. Да, да. Они по другой дороге пойдут. Ну, мы их около моста встретим. Так, ну все, воины наши. Пускай дерутся. На той стороне лучники отряд маленький. Пропал прямо на глазах. How's that new weapon treating you? Так мы не всех перебили, Аня, надо туда еще сбегать, наверное, к ним. Аня, ты тут? Ай, как не вовремя ты уходишь все время. Так, отряд. Блин, в обратную сторону прется. Догоним, надеюсь. Ой, там их сколько много. Офигеть.
какая там толпа. Да, блин, попадает. Надеюсь, справится наш. Нет, нет. Так. Блин. Половину перебили. Где вообще, я не пойду. Дерусь где? На той стороне, что ли? Конечно. Так, вроде отбили. Двое осталось. Бриска Линтона убили. Гарри Флетчера убили. Карла Ролина убили. Который по 20-ку, который? Да. Да, они не такие мощные. Так мощные, ты видела бы, сколько тут бригантов было? Ну, я не могла, мне отойти, я отошла. Ну, я понял. Потому что я пришла, попросила деньги закупиться. Так, ну иди собирай лут. Я что, бегу к тебе. Там у тебя еще какая-то красная точка первая? Нет, здесь просто лагерь бандитов рядом. А, ты его не будешь зачищать, нет? Нет. А почему? Потому что тут 3 человека рядом со мной. Так, а я еще 4. Все равно мы не зачистим, там такая толпа. Да. Ну, я сомневаюсь, что мы втроем справимся. Слушай, а кто-то из духа стреляет мне? Не знаю. How's that new weapon treating you? Так, надо воинов через мост провести, а то они опять забагуются. Я пойду проведу, а ты мешочки все собери, ладно? Если у меня места хватит. Ну ты прибежал уже, наверное, пустая. Ну не совсем. А что не выгрузилась дома? News from the kingdom? There's always something. Ой, нет, у меня не спасти. Слышишь, из звука стреляют? Нет. Так, мы освободили Брэдфорд или нет? Ну-ка еще раз. Да, да. Карту открою. Не ходи в этот бандитский лагерь, пожалуйста, только, ладно? Да я не хожу туда, я смотрю. Кто из звука здесь стреляет? Ой, как хорошо, мы можем с ними торговать, кожу теперь брать. Которая 12 минут, которая делается. Да, а я тебе о чем? Ой, и перьев там есть, и смотри, сколько там всего. А я тебе о чем? Я тебе же это и говорила. Мех, перья. Но самое главное, вот кожа. Да. Она 12 минут. Я тебе говорила, что вот Брэдфорд... освободишь, и там кожу можно по бартеру будет всю эту кожу иметь. Вот смотри, ты здесь по бартеру кожу покупаешь, да? А за денежку продаешь? Кому? Во Франкфурте кожу берут хорошо, Франкфурт кожу там продаешь. Потом, сейчас тебе скажу, где еще кожа, перья хорошо продаешь в этом. Сейчас скажу, у меня записано. Перья в Хордоне берут хорошо. Кожу берут во Франкфурте шкуры. 14 шкур. 23 пера во Франкфурте можно продавать. По 23 пера. Потом в Хордоне перья продают. И еще шкуру, сейчас я тебе скажу, где. Вот что, 25 пера берет.
Под стол. Ну, я сейчас все равно не запомню. Ну, раз у тебя все записано, ты тогда ходи, продавай, денежку зарабатывай. Да. Ой, Аня, тут бандиты мне навстречу идут. Ну, надо их бить. Блин, так тут нас всего трое. Ну, ничего, как трое. Ты? Ну, я имею в виду... Воинов имею в виду. Да, воинов, мы тоже воинов. Или подождать, пусть они пройдут. Ну, зачем? Ну, я не знаю, справимся мы, нет. Справимся, их там трое идут. Справимся. А, они слабые. Еще кто-то стреляет, что ли? Нас стреляют. А, я ничто никуда не могу взять. Ты собирай тогда. Ну, собираю, но тоже уже... Что-то придется выкинуть. Почему выкидывать? Надо вот этим им надавать. Инвентарь положить. Ну, зачем давай. Выкидывать? Так. Ну, я им только книжки не буду давать. Stand tall and fight like hell! Все вроде бы. Так, пойдем через мост пройдем, а потом я их отпущу. По-моему, а ты все собрал здесь? Да. Там, по-моему, на мосту опять кто-то околачивается. Ну, пойдем. Пойдем. У меня жизнь до середины экрана. Ну вот, а ты боишься. Здесь лучник ходит. Я же говорила, что кто-то из лука стреляет. Ты мне не поверил. Уже не стреляет. Так, забагались наши ребятки. Где еще один? Под мостом. Тут они на мосту багаются как-то. Не могут пройти сами. Да, одного двадцатника бриганты грохнули. Ну, видать, их много было его видно. Да, их было много. Ну, потом видеоролик посмотришь. Так, ну чё, я их отсюда отпускаю, уж наверное, отсюда сами дойдут. Как думаешь, дойдут? О, это, Белинда камень идет и в руке несет еду. Ой, и второй несет еду. Ну я им там еды наложила. В общем, не зря мы Брэдфорд освободили. Выгодный городок. Я тебе говорила. Да. Что Брэдфорд очень выгодный. Я ж тебе сказала, когда Брэдфорд освободишь, то можно будет шкуры торговать. Угу. Покупать. Так, ну у нас остается три деревни. Черногривый пруд. Красмир и Хорндим. Будем заниматься ими. Целитель тут ходит. Целителя тоже надо будет нанимать. Ну вот он есть целитель, но у него все пятерки.
Не надо. Ну, целитель только чтобы разблокировать эту. Ну. We sleep peacefully, knowing you're on guard. Мешочки лекарственные крафтить. Ну, все равно. Пускай будет. Ну, тут надо походить, повыбирать. Может, тут несколько целителей. Вот этот вот ходит один, ну он, говорю, у него только пятерка. Там не один, там целитель еще в Брэдфорде ходит. Так я вот сейчас в Брэдфорде и хожу. И во Франкфурте ходит целитель. Патрик Стэн, мы там, делаем. Там два ходит, верно. Ну надо искать. Так, пошла я это. Это было нелегко, но мы сделали это вместе. Вот, теперь квест закончен, и дали 500 доверия. Но я буду торговать с этой деревней, и до Белрайта довольно-таки скоро доберемся. Строить особо тут, наверное, я уже больше ничего не буду. Торговлей Белрайта добьем. Ткач ходит. У нас есть лесоруб. Ну вот, я только одного тут целителя вижу. Там всегда по два будет делать. Ну, искать надо, я его не нашел. Но он, этот целитель, плохенький. Hey there, valiant defender. Так, вон еще мужик ходит. В зеленой рубашке, наверное, вон. Back to the fields. Plenty to be done today. Нет, и целитель ходит не в зеленой рубашке. В белом халате ходит. А, это плотник. Целителя сразу видишь, он в белом халате такой. В белом, ну как, одежда у него белая. Белый как плащ, халат, что-то такое. Curious times we live in, with talk of wars and rebels and such. Ладно, потом поищу. Back to the fields, plenty to be done today. Curious times we live in. With talk of wars and rebels and such. Hey, you! Ладно, потом поищу, не знаю, где он тут. Я теперь этого, который ходил один, то потерял. Куда-то он ушел. Ну ладно, с Брэдфордом разобрались.